бы и нет, когда в голову больше ничего не приходит, ломай девайсы. 39 тысяч рублей! Посмотрите на его лицо. Не понял. Чё? Мне это не снится? Я транслирую его мысли. Сейчас у него небольшой когнитивный диссонанс. Чё, блядь? Я ждал этого. Я ждал этого. Да, нахуй, какие 40 тысяч, блядь? Ну тут придется все запикивать. Вот так вот. Я не успеваю запикивать. Минусани свой любой девайс под рукой, чели. Свой прям диминусалуч, который мне закинули. У меня вот тут под рукой есть девайсы. Самое время их минусануть, чувак. Они же лежат для чего-то под рукой. Ты же ими не пользуешься. Я в смысле свой девайс прям сломать? Да любой. Под рукой который. Любой. Мне ее только прислали за рекламу. Блядь, понимаю. Какие 40? Да ладно, ну сколько стоит новая клавиатура? 1010 плюс-минус. Это прям хорошая, топовая. Да, тут ГГ тогда клавиатура. Надо, наверное, молоток какой-нибудь. Молоток? Нифига себе, у тебя очень изощренные способы уничтожения клавиатуры. Я думал, так, чисто об колено. Я не знаю, как ее сломать. Лучше прозыграл. Бля, она не ломается. Я ждал этого хруста. Давайте я об колено сломаю. Она вся прохрустелась. У него клавиши остались в колене. Мало уже. Я не могу ее. Ну, короче. Стой, камера. Камера, прости. У него чуть камера не улетела. Чувак, опасно. Минус клава, сори, ребят. Logitech, извините! Logitech, реально извините его. Но это...